Всем привет, я Вован, вы на канале Санчес и Вован, и сегодня я хочу, точнее это уже 11-я серия Вован Лайв. Прошла ровно неделя, я хочу вам рассказать про то, что произошло за неделю. Итак, во-первых, вот это вы, я думаю, как бы уже увидели, если я раньше этот ролик выпустил, или позже, или увидите, или увидели Hot Wheels Premium. Ладно. Короче, я поменял опять экспозицию, потому что с Hot Wheels'ами было неудобно, чтобы все полки занимали Hot Wheels, потому что у меня все основное место занимали коробки с моделями. Я решил все вернуть обратно, поэтому сейчас я потихонечку возвращаю все на место. Вот. Также, что происходит с Саниной шестеркой, сейчас я, точнее, четверкой. Она уже вот такая. Она разобранная, смотрите, она внизу вся какая-то в красной всякой краске. Ужасно. Ладно. Угу. Она будет перекрашиваться. Так, я нашел, это очень важно, смотрите, я нашел такое стеклышко. Я думал, что я не найду заднюю форточку. Заднее стеклышко я нашел, сейчас я вам его покажу. А, вот он. Как раз под боевую классику забацанные сразу. С декалями. Все как надо. Итак. Короче, шестерка Санина в будущем будет уже скоро достаточно жить. Кстати, я вам никогда не показывал. Датсун боевая классика. Я сделал боевую классику из Hot Wheels. Это уже, правда, было давно. Но вот я вам сейчас ее предлагаю рассмотреть. Она стоит вот на таких вот штампах-разварчиках. У нее шильдик Лада 1500, боевая классика. Я богатый. Царапина от Кизевола, она вся ржавая. Я доработал вот так вот морду. Бразерс. Короче, классно получилось. Прям Hot Wheels, боевая классика. Прям как будто бы Жигули. Так. Что еще новенького? Вот это вот вы тоже увидите видео про обновочки Hot Wheels. А, смотрите. Вы тоже ждете? Напишите в комментарии, когда эта жига выйдет уже зимой дрифтить. Лично я, да. Давайте посмотрим, что происходит далее. Вот эта штука. В будущем будет установлена опять на ГТР, потому что она отлепилась. Но я ее установлю обратно. Сейчас надо будет помыть Jeep Wrangler Rubicon, который из фикс-прайса. Так, короче, на самом деле есть еще где поубирать здесь. Вот 36-я в будущем на восстановлении. Тоже у меня есть... А, кстати, то, что вы не видели. У меня есть вот такой вот Citroёn. Он тоже под восстановление. Но вот так вот там все в салоне я проработал уже достаточно давно. Видите, все здорово проработано. Все видно. Прикольно. Сам Citroёn выглядит вот так. Надо оттереть испарение от клея. Это, опять же, я не умел собирать. И испортил модель. Но я ее восстановлю, она будет нормальной. Ну, кстати, она ездит. И раз уж не отходя, как говорится, от кассы, у нас новости про сборные модели. В будущем будет обзор на вот эту вот Audi, которую я собрал совсем недавно. Многое мое показывать не буду, чтобы был нормальный отдельный обзор. Так, скоро вот эти вот тачки, которые на стеллажах, точнее не на стеллажах, а ну в таких вот штуках, как бы... Так, сейчас я вот это вот уберу. Эти машинки у меня как бы... На таких подставочках они будут вверх, вот так вот. Сейчас я вам покажу. Сейчас мы с вами это быстренько сделаем. Надеюсь, вам понравилась шестерка, которую я делал для Сани. Хорошо. Итак. У нас вот такой Angry Bird. Мы продолжаем. Ставим сюда джипы. Вниз ставим джипы, потому что они самые большие. И вообще вниз ставим модели, которые большие. Они вот так вот друг на друга хорошо плотно прилегают.
Так. Посерединке пусть стоит. Ладно. Так, далее пусть будет у нас большой дальше. У нас дальше самый большой, это, наверное, сейчас скажу, кто. Да, это Porsche, а после него Lancer. Итак, Porsche. Lancer. Там у нас Марчок 90-ик и Слива 15-е. Так, дальше у нас... Кто у нас? BMW Z4. Мини Купер. А, нет, не Мини Купер. Volkswagen Жук. Мини Купер. Уже башня высокая получилась. Так, надо даже вот так вот сделать. Мини Купер. Потом Peugeot 206. Потом Toyota RAV4. И, как говорится, вишенка на торте. BMW E36 кабриолет, но я ее попозже принесу. Она будет стоять на самом верху. Итак, все. Вот такая вот многоэтажечка. Теперь и тут дальше будут стоять разные модели. Итак, продолжаем. Далее. Что далее? Далее. А, кстати, был очень сильный град. Как раз вот недавно. Град был в день выпуска модельки из фикс-прайса. Вот в это время был град. Вот вечером. И, к счастью, короче, Ford Mondeo как-то пережил град. На него даже ничего не упало. Ну, в смысле, наверное, его что-то попало, но он не разбился и не помялся. Это, короче, только он весь грязный. На счетчике у нас уже 55,9 киловатт. Практически уже 56. Интересно, будет ли 60 киловатт к следующему Avant Life? Мне кажется, что нет. Так. Тут у нас тоже вот есть что расставить. А здесь у меня пока что все. Вот, короче, происходит уборка. Уборка. Здесь у меня, кстати, остались только Hot Wheels Factory Fresh. Я только их оставил. Ну, просто так для красоты их поставлю. И еще будет стоять Hot Wheels Premium. Но я, короче, теперь все Hot Wheels на резине буду называть Hot Wheels Premium. Пусть уже так будет, короче. Hot Wheels Premium, да. Итак, ладно. Так, а, хотите я, если вдруг... Напишите в комментариях, хотите я вам сниму обзор на вот эти вот три автомобиля. Dodge Challenger SRT8. Dodge Charger Plymouth. И Ford Crown. Это модели от фирмы Jada Toys, но у них есть одна очень классная фишка. У них есть... Знаете, что за фишка? Сейчас я вам ее покажу. Кстати, пока я вам ее показываю, можете посмотреть, что я... Когда мне было нечего делать, я, короче, нарисовал BMW. Ладно. Короче, сейчас я вам покажу. Пока вы тут постойте... Вот. У этих моделей есть набор тюнинга. Сейчас я вам покажу, что в этом наборе. И на этом уже будем заканчивать, потому что в Avant Life идут по 10 минут. Так. Тут
по-моему, не все. Я кое-что потерял. Сейчас я вам покажу то, что здесь вообще есть. Капот, пушка, колеса. Несколько видов колес. Так, вот три вида колес. Как раз на три машины. Так, вот такие вот типа кенгурятники. Только это как пороги, а вот это именно кенгурятник. Так, тут у нас еще есть вот такая вот кошка. Ну или как, короче, гарпун, что ли, да. Он вот так вот называется. Так, еще кенгурятник. Трубы, которые в бок выходят. Багажник. Вилли. Колеса, на которые вот так вот при драге машина вот так вот встает. Багажник. Капот. И багажник. Задняя часть с фарами. И передняя панель тоже с фарами. Вот такие вот элементы тюнинга на вот эти вот три машины. Ну что, ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, ставим пальцы, подписывайтесь, подписывайтесь на канал. С вами был Вован, вы были на канале Санчес и Вован. И всем пока.